Здравствуйте, друзья! Вот сегодня хочу предоставить вашему вниманию вот такой вот станочек. Он на 3000 оборотов. Киловатты, вот я не знаю у него сколько шильдика нет. Вот я, в общем, сделал тут вот в коробочке конденсатор на 100 микрофарад для запуска. И вот придумал я вот еще токарный патрон на него. Но это, естественно, это как бы такую вот болванку-то одевать. Наверное, приобрету преобразователь частоты, чтобы обороты регулировал. То есть сниму, сейчас покажу патрон. Пока просто надеть. Я еще пока не включаю ничего. Вот я его снимаю. Патрон на 125. То есть тут еще схожу к токарю. Он мне выточит планшайбу. То есть я планшайбу ее одену вот через клин, переклиню, заклиню ее. То есть накручу сначала, там заклиню, все этот клин одену, все будет держаться. Приобрету преобразователь частоты и буду на небольших оборотах, потому что на 3000 оборотов это страшновато вот такую штуку запускать. То есть на маленьких оборотах так что-нибудь там, ну все будет держаться, Это я просто показать, что вот у меня в дальнейшем по планам. Патрон я перебрал, патрон этот эсеровский еще. Вот изготовил ключ вот такой. Ну, мне вот так удобно. Тут, конечно, еще надо одну приварить. Но это я дома. Просто загнул железку. И выточил вот на наждаке. Патрон перебрал, смазал. То есть все. Доставал эту. Спиральный диск. Доставал эти, как они называются-то, шестереночки. Сателлиты, по-моему, что-то такое. Ну, в общем, весь разбирал. Кулачки там помечал, каждый на свое место поставил. Нулевой этот сателлит тоже отметил. Ну, в общем, вон он еще в масле. Ну, масло потом вытру. В общем, буду делать планшайбу и на клин его садить. Через преобразователь частоты с регулировкой оборотов. Небольшие обороты, так что-нибудь можно шлифовать. Можно деревообрабатывающий станок сделать. В общем, все нормально. Ну, станок работает, естественно. С этой я запускать не буду, потому что обороты сильно большие. Сниму. Давайте запустим станок. Включаем. Все работает. Преобразователь частоты, и все пойдет. И можно деревообрабатывающий делать. На таких оборотах, конечно, такое вот килограмма 3 нельзя ни в коем случае включать. Ну вот, в общем, так. Ключ мне понравился, вот этот был. Квадрат выточил, прям все подошло. Вот еще вот такую вот приварить. Лучше сделать, чтобы она двигалась. Ну, пока там дома сойдет. Ну, так вот, в общем, спасибо за внимание.